Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, отырар телеарнасында тікелей эфирде халық пен билік бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда мен Шудин Сайдов. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Народ и власть». В студии работает для вас Шудин Сайдов. Здравствуйте. И как всегда у нас в завершении рабочей недели по пятницам приходят представители надзорного органа. Разрешите вам представить. У нас сегодня в гостях Мухтар Ашенович Мусиров, он же заместитель начальника управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по городу Шымкент. Ассаламу алейкум. Да, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы Мухтара Ашеновича, представителя надзорного органа, обязательно звоните по номеру 21 44 50, а также номера телефона вы видите на экране своих телевизоров. Это номер WhatsApp. Мы сейчас вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram. Называется он otrar.kz. Задавайте свои вопросы в комментариях, и мы обязательно постараемся на все вопросы ответить. Также можете писать на наш WhatsApp. Мы на все вопросы постараемся ответить. Мухтар Ашенович, скажите, пожалуйста, давайте вкратце, чтобы наши зрители примерно понимали, что вы курируете, какие ведомства вы контролируете, ну, в смысле, какая работа у вас проводится, вкратце. Казахша, рұқсат болсын. Казахстан Республикасының 2003 жылы 22 желтоқсандағы мемлекеттік құқықтық статистика және аналитик қалыптығы заңын 4-ші бағына сәйкес, мемлекеттік құқықтық статистика және аналитик қалыптығы негізгі міндеттері бұл мемлекеттік органдарды, жеке және тұлғаларды бір тұтас статистикалық принциппен және стандартта елдегі заңдылық және құқық тәртібі күй-жайларын ақпаратты тиімді және жеткілікті жеткізу. Сонымен қатар бұл ақпаратты мемлекеттік ақпарат жүйесін дамыту болып табылады. Осы міндетті орындау мақсатында біз барлық мемлекеттік органдардан және құқық органдарынан осы ақпаратты алып, мемлекет құқықтық статистиканы қалыптастырамыз. Қазір бізде 24 түрлі арнайы есеп бар. Соның ішіндегі бір екшеуін айтып өтейін, бұл қылмыс жасаған, болмаса әкімшілік құқық жасаған тұлғалар, іздеу жүрген қылмыскерлер, яғни хабарлаушысыз кеткен, белгісіз мәйіттер туралы және жол көлік оқиғалар есебі бізде тіркеледі. Енді негізін айтып отырмын. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, мына заманда халыққа осы ақпаратты тиімді жеткізудің бір түрі бұл интернет арқылы. Көп мемлекеттер органдар осы өзінің сайттары арқылы, интернет арқылы өзінің ақпараттарын ұсынады. Біздің де комитеттің осы өзінің сайты бар, ол қамқор.gov.kz деген, сол сайтта біздің барлық ақпаратты сол сайт арқылы ұсынамыз. Соған бәрі тоқталып өтсем. Бұл жерде енді ол сайтта біз төрт бөлікке бөліп өтейін. Бірінші бөлік ол өтініштер. Яғни өтініштер. Бұл жерде не істеу өтініштер? Бұл өтініштерге сіз үйде отырып полицияға өтініш жазай бересіз, арыз жазай бересіз. Егер біз қылмыстың себепкері болсаңыз, ойыншысы үйде отырып, ең бастысы интернет болу керек, және электронды қолтаңба, ЕЦП дейді ғой, сол болу керек. Сол болса, осы таңбамен жаңа біздің сайтының ішіне өтініш деген неге кіріп, өзіңізді өтініш жасай аласыз. Өтініш жазған екен, сізге SMS хабарлама керек, сіздің өтініш тіркелді деп. Мұхтар Ашенович, кешірім сұраймын. Мысалы үшін, келеді ғой халық, бізге де келеді. Вот мен өтініш тастадым, но біздің деліміз жылжымай жатыр деді. Полиция оны қарамайды, прокуратура оны қарамайды. Сол ол не? Шынымен қарамай ма, олар немесе күті керек ба? Жоқ, ол жерде мынандай. Егер сіз мысалы өтініш тастадыңыз, егер сол өтініш бойынша өзіңіздің жаңағы қалай қаралатқанын білу үшін, мына жерде өзі тағы бір сайт бар, ол өтініштерді қарау тұрады деген. Құқық бұлшылық туралы арызының тергеуін тексеру. Мысалы, сіз тастадыңыз ба жаңа өтінішті? Кейін сол бойынша тағы бір не бар осы сайттың ішінде. Бұл құқық бұлшылық туралы арызының тергеуін тексеру дейді. Сіз өзіңіздің жаңа берген нөміріңіз бойынша терес, и сол бойынша сіз сол арыз бойынша қандай шешім қабылдап алды, соның бәрі жазылады. Қандай сайт? Ол жаңа қамқор.gov.kz деген бар. Соның ішінде құқық бұзушылық туралы арыздың тіркелуін тексеру. Орысша айтқанда, қазір айтайын орысшасын, проверить регистрацию заявления о правонарушении деген бар. Соның ішінде тексереді. Соның ішінде сіз өзің жаңа талон берген нөмірді жазасыз, еніңізді жазасыз, сонымен шығады. Ол арыз тіркелді, ол бойынша кім шешім қабылдады, қандай шешім қабылдады, іс қозғалды ма, қозғалмады ма. Так. Ол шешім бойынша қандай шешімді қабылдады ма, соның бәрін қадағалап отырасыз өзіңіз.
Егер де сол шешімге қанағаттанбасаңыз, құқық органдарға, болмаса прокурор органдарға арыздануыңыз мүмкін. Егер оңынша заңсыз шешім қабылдап жүрген мүмкін. Осы іс қозғалмай мысалы. Немен тұрақ іске тіркеп жүрген мүмкін. Ол бойынша сіз жаңағы керекті прокурор органдарына арыз жазу мүмкін. Осы бойынша. Яғни бұл сіздің арыз бойынша қандай дәрежеде отырған білуге болады сіздің арыз бойынша. Сол сайтта, иә? Иә, сол сайтта. Оның ішінде айттым ғой жаңа. Көп оның ішінде. Мен жаңа білемін. Және мына әкімшілік құқық бұзады. Әдімсенде проблема ұшын дейді ғой. Сізге егер әкімшілік құқық бұзылса, штрафын ала жерден аласыз. Так. Мысалы, сол штрафпен келіспейсіз. Соның ішінде қазір сайт бар. Обжалование әдімсенде проблема ұшын деген қазақшасы әкімшілік құқықтарға шағымдану. Сіз оған келіспейсіз. Сол сайтқа ішіне кіресіз, сөйтіп жазасыз, не үшін шағымдану аласыз. Неге келіспейсіз? Өтінішіңізді қалдырасыз. Сонымен қатар сол сайттың ішінде сізге қандай штраф салынған, соны да көруге болады. Қанша штраф? Астыңызда штаб бар ма, жоқ па, әкімшілік штаб? Сол сайтында, да? Да, сол сайтта, да. Уважаемые телезрители, я сейчас, сейчас наши техники выведут на экран телевизора сайт. Запишите, пожалуйста, обязательно. Очень удобно будет, можно будет получить всю необходимую информацию. Вот. Мухтар Шенович, осы сайт туралы тағы да айтай кетсек? Айтай өтейін, тағы да керектісі бар. Енді бір тағы айтатын жақсы нәрсе, бұл жерде кімнің несі бар? Бұл негізі тексеру бойынша кәсіпкерлерге жақсы. Егер де кәсіпкерге бір тексеру келетін болса, оның қолында тексеру қағазы болады. Оның ішінде тіркелген нөмір болады. Сол нөмірді осы сайтқа ішінде өзінің тексеруді тіркеу туралы ақпарат деген несі бар, бөлімшесі бар, соған тіркеу нөмірін саласыз. Сонымен тексерсіз. Ол тіркеу актісі бізде басқармада тіркелген ба, тіркелмеген білуге болады. Егер тіркелсе, ол заңды тексеруге отыр, егер тіркелмесе, ол заңсыз тіркеуге келді деген сөз. Мұхтар Ашенович, кешірім сұраймын, бізге сұрақ келіп түскен, сосын жалғастырамыз. Сәлеметсіз, қылмыс бойынша арыз неше күнде қаралады, айтып жібере аласыз ба, деді? Енді арыз 24 сағатта қаралу керек қой. 24 сағатта, или іс қозғалу керек, болмаса құрамы жоқ болса оны неғылу керек. Егер ол өзінің құзыретіне кірмесе, онда басқа жаңа құқық органына жұмсау керек. Егер оның құзыретіне кірмейтін болса, 24 сағатта қаралу керек, шешім жасау керек. Да, орыс тілінде келген екен. Скажите, пожалуйста, если я являюсь потерпевшей стороной, могу ли я сразу получить копии материалов уголовного дела? Да, бізде қазір орысшама. Да, у нас есть такое, у нас есть архив, все прекращенные дела хранятся у нас. Все люди, которые приходят получить копию уголовного дела, согласно нашей инструкции, он приходит, пишет нам заявление, что хочет получить копию уголовного дела и ознакомиться с уголовным делом. Согласно инструкции, мы это заявление направляем в надзирающий орган, прокуратуру, для получения согласия. Они дают нам согласие, они разрешают нам получить. На основании этого согласия мы даем ответ, что вы можете подойти в такой день нашего управления, ознакомиться, и какие-то вам бумаги нужны, можете снять копию. Ага, понятно. Мухтар Ашенович, скажите, пожалуйста, а вот эту информацию на сайте можно узнать? Нет, вот это насчет архива нет. Все. Вот это, остальные вот это все можно. Следующий вопрос. Добрый вечер. Когда завершится мораторий на проверки в отношении малого бизнеса и будут ли его продлевать, спрашиваю? А, насчет моратория, да, насчет это имеется в виду. Мораторий у нас объявили там, в 2019 году указом президента на 3 года. Угу. Она действовала с 1 января 2020 года по 2022 год. Это 1 января 2023 года. 2023 года. В этом году он заканчивается. Заканчивается это мораторий на проверку малого и микрокредит предпринимательства. Но сейчас, в данное время, этот мораторий может продлиться, но вопрос еще открыт, еще не принято решение. Это уже в правительстве? Да, еще решается, до конца года еще решается. Тағы да сұрақ келіп түскен екен. Саламатсыздар ма? Қылмыс туралы арызданған едім. Арызымның қаралған туралы ақпарат қайдан ала аламын дейді. Жаңа айтып өттім ғой жаңа азы. Қазір қосылған екен. Да, оны жаңа кіресіз ішіне өзіңіздің нөміріңізді аласыз, тіркейсіз. Сол кезде арыздың барлық несі шығады. Кім қаралып жатқан қай неде келесіз. Тағы да телекөрермендерге көрсетейік. Сайт qamqor.gov.kz. Сейчас вы увидите его на экране своих телевизоров, уважаемые телезрители. Записывайте, вводите в адресную строку и получайте всю необходимую информацию. Сайт называется, портал называется qamqor.gov.kz. И здесь можно всю необходимую... Вот сейчас вывели на экран телевизора qamqor.gov.kz.
осы сайтқа кірсеңіз, барлық информацияны көре аласыздар. Мы продолжаем наш эфир. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Народ и власть». И у нас сегодня в гостях заместитель начальника управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по городу Шымкент Мусиров Мухтар Ашенович. Уважаемые телезрители, представители надзорного органа приходят к нам в неделю раз, и воспользуйтесь моментом, возможностью задать вопрос. Итак, идем дальше с вами. Жалгастрек. Жалгастрек. Я айтып өттік енді. Енді автокөлік. Кешірім сұрайым, сұрақ келген екен. Менің ағам бұрын шартты сотталған еді. Ол мәлімет базадан қашан жойылады дейді. Шартты сотталған ба? Ол мәлімет базада, ол постоку давно істейді ғой. Негізі, егерде ол ақталмаған негізі сотталған дейді ма? Бір минут. Мен ағам бұрын шартты сотталған еді. Ол мәліметті базадан қашан жойылады? Жоқ, енді ол базада тұра береді. Он не бар, айтып өтейін, погашение по сроку давности. Егер оның погашение по сроку давности кетсе, оған таза береді. Соң хабарлатын болса, сапалатын болса, оған таза береді. Егер де оның сроку шықпаса, сот несі, соттылығы мерзімі жойылмаса, онда ол шығады. Тағы да сұрақ келіп түскен екен. Сәлеметсіз. Мен Шымкент қаласы қаласының тұрғынымын. Әл-Фараби аудандық полиция басқармасына алаяқтық бойынша арызданғанмын дейді. Сол арызым бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша қозғалысын қалай білсем болады? Алдын ала рахмет. Қазір ғана айтып кеткен, айтып өтті. Құрметті көрермендер, ертең YouTube желісінде сілтеме болады, отырар аккаунтына, сөйіқті қайталауды көре аласыздар, и біздің эфирімізде тағы да қайталау болады, сөйіқтен көре аласыздар. Давайте еще раз, уважаемые телезрители, попрошу коллег моих вывести на экран адрес сайта, где можно всю эту информацию получить. Называется он kamkor.gov.kz. Вся информация на этом сайте. Барлық информация сөйіқтен аласыздар, осы сайттан. Осы сайттан. Еще раз напоминаем, тағы да айта кетейік, kamkor.gov.kz сол сайтқа кіріп, барлық информация, мәліметтерді аласыздар. Итак, мы продолжаем. Мы заявление, здравствуйте, подавали заявление в суд, апелляционную жалобу у нас, она не рассматривается. Почему? Мой сосед продырявил мою крышу своей антенной. Мы в суд подали, до сих пор не рассматривается. Первый суд не рассмотрел, второй суд апелляционную жалобу я подал тоже, не рассматривается. Почему до сих пор ответа нету, говорит. Этот вопрос наш компетенции не ходит, но это возьмут. Я вот это, прошу нам созвониться, у нас адрес Танубаева 40. К нам пускай подойдут, мы его заявление возьмем, посмотрим и проверим, и примем решение. Танубаева 40. Танубаева 40, уважаемые телезрители, обратитесь, пожалуйста, туда, и вам вас проконсультируют. Вопрос. Добрый вечер. В связи с устройством на работу в учреждении образования просят предоставить справку о наличии либо отсутствии сведений, привлечении к ответственности за коррупционное правонарушение. Это, правильно? Да, правильно. Это коррупционное правонарушение, это тоже является, я хочу здесь отметить, что у нас комитетом обслуживает 4 вида госуслуг. Это первое, справка о судимости. Второе, это сведения коррупционного правонарушения. Сведения. Третье, это у нас опросивание документов, исходящих из следствия и прокуратуры. И четвертое, у нас архивная справка. Это относится у нас как госуслуга. Для того, чтобы получить эту справку, потому что все вот эти госучреждения получают справку о совершении коррупционного правонарушения. Для этого у нас есть обратиться в электронное правительство, ЕГОВ. Там есть у нас именно вот этот абзац, вот этот пункт. И они обращаются по нему, задают по нему. А эта справка получается только в электронном виде, не бумажном, только в электронном виде. Только электронном. Только в электронном виде получают, да. Тогда керемет көрдім. Кіріп көрдім, үйден шықпай барлығын білуге болады екен, деді. Рахмет, деді. Итак, следующий вопрос. При снятии с учета машин в ЦОНе, вышел штраф. Как можно узнать, кем и когда он был наложен, так как все штрафы я оплачиваю вовремя? Нет, я,
Да, вот тоже вот там в Хамхоне можно узнать. Тоже. Да, ну данный там выходит штраф. Там есть официально кем заложен, кем наложен штраф. Если вы не были оштрафованы, если в тот момент, где указы вы не были, вы берете соответствующий документ, что вы не соглашались, и приходите к те органы, кто вам наложил административный штраф. Ага. Они должны снять этот штраф с вас. Потому что вы этот штраф административное правонарушение не нарушали. Угу. Понятно. Да. В течение нашего эфира, уважаемые телезрители, мы будем показывать сайт kamkhor.gov.kz. Там все можно информацию получить. Ассаламу алейкум. Азық түлік магазиндердің ішіндегі молочный изделияларды сроктарды өтіп кеткен болып тұрады. Сол жағдайда не істе аламыз? Зан жүзінде Самал 3 алпамыз көшесінде бойындағы аттарын атап өтті. Аты болмайды ғой. Магазиндерді орын алуда және бір сұрақ. Алпамыз көшесінің бойындағы аялдамасында қарама-қарсы автомашина сатып орында жаяу жүріп тротуарды басып алған автобустар дейді. Иә, дұрыс енді ол. Енді бұл сұрақ. Бірінші сұраққа жауап берейік, иә. Бұл енді бұл сұрақ біздің енді прокуратура органдарымен біз енді біздің құзыретімізге кірмейді, бірақ бұл сұрақты алып, біз оны тиісті органдарға жіберейік. Рахмет. Три месяца назад подали заявление о пропаже телефона, но мне не дали талона, и свидетель вечно говорит, что ищут, куда пожаловаться на свидетеля, хотя он не представляется и не говорит, как его ФИО. Фамилия, имя, отчество. Хороший вопрос. Да, это считается укрытие преступления. Как я сказал, надо было обратиться в орган полиции. Если они не приняли заявление, тогда приходит наш адрес Тановаева 40. Мы у него возьмем заявление, зарегистрируем и направим соответствующий правоохранительный орган. Так, уважаемые телезрители, как Тыныбаева 40? Тыныбаева 40. Да, Тыныбаева, когда можно подойти? Понедельник? Любое время. Понедельник, да, всегда, да. Понедельник. В понедельник подойдите, пожалуйста, да, по адресу. Да, возьмем у него заявление и зарегистрируем, и возбуждаем. Если есть факт совершения преступления, мы возбуждаем уголовное дело. Вот знаете, да. очень приятно бывает, когда от программы нашей бывает положительный результат. Так, итак, продолжаем дальше, уважаемые телезрители, пишите. Вот по поводу жалобы, которая сейчас Самал, можно, говорит, анонимно пожаловаться? Он же может прийти на Тыныбаева 40 тоже, да? Да. Я, сол, Тыныбаева 40, адреске барсаныз, болт, сізге консультация берет. Да, берем, деге де ауыз қабылымса, қабылда боламыз. Болмаса, кімге бару екен айтшын дереміз. Итак, скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос, Мухтар Ашенович. На сегодняшний день криминогенная обстановка в Шымкенте какая? Ну, у меня сейчас есть данные за 10 месяцев. Так. Да, я хочу здесь сказать. У нас криминогенная обстановка сейчас погода характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 8%. То есть в прошлом году за такой период было совершено преступление зарегистрировано 9356, а в этом году 8603. Вот. Так, хочу здесь отметить, что наблюдается снижение преступлений. Это особо тяжкие на 1,3%, тяжкие на 24%, небольшой тяжкий на 6,6%, средний тяжкий на 9,8%, кража чужого имущества на 12,9% и разбой на 18,2%. Но наблюдается рост здесь. Убийство идет на 33%, рост идет грабеж на 6%. И мошенничество на 11-2%. У нас в городе. Да, в городе. Это потому что раскрываемость хорошая или... Нет, если где-то наблюдается рост, это смотря как. Если раскрываемость хорошая, то у нас должен... уменьшаться. Да. Но, ага. На время рост процента раскрываемости составляет 37% в сравнении с прошлым годом. Это много. Да. Ну, процент раскрываемости составил 37% больше. А чаще всего какие преступления у нас совершают? Ну, здесь надо посмотреть. Да, в основном кражи. В основном это кражи. Мошенничество сейчас побольше пошло. Ну, по-моему, мошенничество, да, проблема везде, да? Везде, да. Мошенничество, больше мошенничества сейчас. А вот касательно дорожно-транспортных происшествий. Да, здесь тоже у нас в таком сайте Хамкуки, здесь дорожно. Мухтар Ашенович, у нас сколько установили камер? Ну, все равно нарушается. У нас сейчас есть, сейчас было, сейчас легче привлечь их к административным нарушениям. Сейчас у нас у всех сотрудников дорожной полиции есть планшет. На месте оформляется, на месте. Но если человек в течение 7 дней оплачивает, он платит 50% от штрафа. Да. У нас есть вопрос, давайте послушаем. Ассаламу алейкум. Саламат. Здравствуйте.
Я хотел узнать насчет штрафа. Я могу голосовать отправить вам? Уважаемый телезритель, желательно не отправлять голосовой. Позвоните, номера вы видите на экране своих телевизоров. Еще раз напоминаю, что мы сейчас в качестве исключения одно голосовое прослушали, но лучше звоните, если будут вопросы, чтобы мы времени много не теряли. Итак, на транспортные происшествия тоже они отвечают, машину стукнули. Кто? Не понял. Да. Поясните, пожалуйста, вопрос свой. Итак, давайте вот по поводу статистики. ДТП также продолжают совершать? ДТП я сейчас скажу, у нас сейчас данные есть насчет ДТП. Вот ДТП. За 10 месяцев у нас в городе зарегистрировано 277. За 10 месяцев? За 10 месяцев, кризис. Это много? Ну, сплошно, наверное, у нас на ней нет. Ну, конечно, много. Конечно. И пострадавших 414 человек. ДТП пострадало. Из них ранено 376 человек. Госпитал 220 человек. Из них мужчина 204, женщина 172. Несовершеннолетние 100 человек. Угу. Количество погибших 38 человек за 10 месяцев. За 10 месяцев да, 38 человек. Да, из них женщин 27, мужчин 27, женщин 11 и несовершеннолетние 6 человек. Да, да, это страшная цифра да. На самом деле. Вот, да, когда да, за 10 да. месяцев независимо, сколько людей все равно теряют. Страшно, да. Да. А вот по количеству мошенничества меньше не стало? Ну, мошенничество, да, у нас мошенничество всегда рост идет, сейчас мошенничество сейчас у нас профилактика занимается, профилактика, но все равно мошенничество сейчас у нас распространено. Мухтар Рашидович, скажите, пожалуйста, а на что чаще всего жалуются жители, когда приходят к вам? Ну, в основном жалуются на действия сотрудников правоохранительных органов. Вот это неважно, полиция, да, прокуратура? Ну, в основном полиция. А в основном? Потому что заявление не принимает, по ним решение принимает незаконно, вот это в основном. И в основном выходит и жалоба на местных исполнительных органов. Uh-huh. Да, пишут заявление, не отвечает им. Вот они пишут заявление, я обратился в такой-то орган, мне не дали ответа. Uh-huh. Мы заявление берем, посмотрим по своей базе, если заявление поступало, не поступало. Если не поступало, пишем письмо. Действительно обратилась на них, почему не приняли заявление. Если приняли заявление, почему не ответили. Каждое заявление срок рассмотрения свое есть. Если они нарушили закон, мы принимаем меры дисциплинарного характера, принимаем меры в отношении сотрудника, который не исполняет свои обязанности. Сурах Кельгенекен, остановка, да, автомобиль бөлшек деп, сату орнында, автобустар трасса үстіне тоқтайды, жол жиегінің старый көліктерге толтырып тастаған, бұл жағдайда тез арада шешіп берсеңіздер, кешкі азанға уақыттарда өте қиын. Самал 3, Алпамыс, остановка Шал деді. Енді бұл жерде енді полицияға жүгіну керек бұл жерде. Енді бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылықтың несі шығып тұр. Енді оны бар көріп, түсіріп алмаса, оны қазір дәл мынау деп айта алмаймыз. Мою машину во дворе стукнул сосед, заявление подала и в РУВД, и с соседом разговаривали, но ответа так и нет. Уже 21 день прошел. 21 день прошел. Нет, заявление куда писали? В органы полиции? Да. На транспортные происшествия тоже не отвечают. Машину стукнули, говорит. Все, завтра, понедельник. Не завтра, в понедельник, завтра, понедельник, суббота. Понедельник нам приходит, примем заявление, примем решение. Уважаемые телезрители, вот вы видите, в понедельник, да. По-моему, у вас в понедельник будет приемный день. Да, с удовольствием. Да. Приходите обязательно. Здравствуйте, когда Сергек зафиксировал нарушение правил дорожного движения, почему штраф не приходит по СМС или на Каспи сразу, а то через какое-то время через судоисполнителей приходит арест? Нет. Ну, не например, кажется, вот я нарушил, нет. Сразу пришло СМС и на Каспи. СМС должно прийти. Здесь как-то, может, они пропустили. Они, может, пропустили. Если там же штраф еще не получит в течение месяца, они направляют на судоисполнителей. Мне приходили. Да. Да. Добрый вечер, я частный предприниматель, нет года, как работаю в этой сфере, имею свой магазин бытовой продукции. Могут ли меня проверить контролирующие государственные органы? Год, да? Год, как говорится. Если вы зарегистрировались как предприниматель год, то предприниматель... Нет года. Нет года, да? Тогда, согласно предпринимательскому кодексу, там 140-я статья там есть, в течение 3 лет они не имеют права контролирующего проверять его. Не имеют? Не имеют, в течение 3 лет. Угу. В течение 3 лет. В течение 3 лет, не так, имеют права. Идем дальше. Ассаламу алейкум. Биыл оқу бітірем заңгермін дейді. Прокуратураға қызметке қалай кіре аламын дейді. Енді ол қызметке өзінің қабылдау несі бар.
он схаулығы бар, он қазір енді прокуратурында мен білетін болсам, прокуратурында қазір тест тапсырды көрек органдарына. Ол тесті өнкен қазір Павлокин академия бар, академия астанда бар, соны оқып кеу көрек, жоға түсіп. Одан кейін бар, қабылданады шешім. Так, первый шаг, қай хабар керек, қайда? Астанаға? Жоқ, бұл жерде арыз жазу керек, тест тапсырды көрек. Біздің прокуратурада. Осы жерден қабылдану керек, енді мен кадресін айтылмай, мен өзім білгенін бетілем. Сөйтіп, осы жерден направление алып, академияға түсу керек. Академия тоже экзамен тапсыру керек, байқау. Тапсырған кезде түскен кейін бәрі уже ары қарап уже қабылдау шешілетін мәселе. Құрметті көрермен, естіген шығарсыз, пошагово сізге түсіндіріп қойды. Кешіріңіз енді. Оны енді барып прокуратурадан жаңа барып кадр бөлімінен сұрау керек оны. Кадр бөлімінен? Не, кадр бөлімінен барып. Прокуратураға. Бізге де келсін, бізде түсіндіріп береміз оны. Онда сізге келсе... Келсін, түсіндіріп береміз, қалай не істеу керек. Тыныбаева 40. Иә, Тыныбаева. Так, вот еще. Ағам сотты болған 190-шы бап, 3-ші тармақ бойынша. Мен правоохранительный органға кіре алам ба, деді? Иә, кіре алады. Да. Это родной, если даже... Да, родной. Туған ағам. Ең бастысы өзі қылмыстық жауапқа тартылмаса болды. А мысалы үшін оның ағасы, к примеру, да, құдай сақтасын, а если за коррупционное преступление? Да, да. Вообще, это негізі никакой отношение не алмайды. Отношение алмайды. Ол сам ғана өзі қылмыс жасамаған. А бірақ негізгі нені, ол өзі кадрайтты, сол шешім қабылдайды. Баштар, жұмысқа қабылдайтын орган өзі шешім қабылдайды. Заключение шығарады. А негізі ондай, ең басты өзі, чор, не был привлечен. Ондай заң жоқ, чтобы қабылдамандар деген. Егер өзі қылмыстық жауапқа тартылған болса, онда оны қабылдамайды. Онда сізге сәттілік. Итак, дальше идем. Ассаламу алейкум. Сізбен дейді. Жолықсам болады ма? Насчет штрафа. Беспредел нарушать. В общем. Кесен. Да, в общем. Очень много нарушений, хочет человек пожаловаться вам. Нарушения. Нарушений со стороны водителей такси. На остановках, кола, сколько раз звонил, 102, все время обманывать. Я хотел эту, хочу эту проблему решить, говорит. Ну, он да. Нарушение факт с волгой духов, фактами. Кесен, факт где-то волгоса. Кесен. Ага, барыңыз. Иә, так, итак, следующий вопрос. Қазіргі кезде сергекпен түскен құқық бұзушылықтар СМС хабарламалары келеді. Олар бойынша фотофиксация жасалған дәлелдерін алуға бола ма, деді. Очень хорошо. Қайдан? Оны жаңағы... Так, оны жаңағы неге кіресіз? По-моему, аға болмайды. Болады. Болады ма? Болады, болады. Просто... Оны сообщение жібересіз, оны... Мен қазір айтып өтейін, оплата штабта, егов тема, қамқорда біреуінде. Ол жерде болады мен. Мұхтар Ишан. Маған келсінші, мен түсіндіріп айтамын қалай. Онда мен де барам сізге. Келіс. Иә. Фотосы мен бәрі уақытта қайдан шығарып беремін. Иә, маған штраф келген, но мен білмеймін қай жерде. Ол келіңіз, мен сізге көрсетіп беремін қайда шығу керек. Рахмет. Бірге барайық. Ал жалғастырайық. Здравствуйте, если остановили сотрудники ГАИ, ну, в смысле ДПС, да? И мне нужна помощь, выезжает ли дежурный прокурор по вызову? Он сотрудник прокурора или нет? И дежурный прокурор? Нет, просто гражданин. Ещё шаг он может быть. Именно что? Может, например, он считает, что его права нарушаются, да? Ну, шаг был, вот. Он құқығы бар ғой. Қайда шағым дау керек? Енді оны прокурор, дежурный прокурор болады әр неде. Әр ауданда, Қырғызкөлде болады. Телефон бұл шаг был, вот. Он может позвонить прокурору. Он құқығы. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, у нас сегодня очень, на самом деле, для зрителей очень полезный эфир. У нас в гостях Мухтар Рашенович Мусиров, он же заместитель начальника управления комитета по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры по городу Шымкент. Итак, продолжаем дальше. Вопросов очень много. Скажите, пожалуйста, у меня выходит административный штраф за превышение скорости, но в настоящее время у меня нет машины, уже продал. Как можно убрать штраф? Ну, понятно. Здесь он должен привести соответствующий... Надо сперва узнать, кем наложен штраф, какой орган. И взять все документы, подтверждая, что он продал машину. С этим материалом должен подойти к этому органу и показать, написать заявление, что машина продана, вот соответствующий документ, подтверждающий. На основании этого у него снимут с базы этот штраф. Снимут. Куда ему обратиться? Кто наложил административный штраф? Какой орган? Если полиция, надо полицию идти, административную полицию.
Ага, ну, вообще накладывает административную ответственность. Да, да, полиция наша. Он должен взять все документы, которые он продал машину, вот эти документы, подтверждающие документы, что это машина не его. Вот он должен подойти в административную полицию, и они снимут на основании этих документов штраф с него. Мухтар Ашевич, скажите, пожалуйста, вот, например, вот, вот эта ситуация, если он ее продал, да, но не снял с учета, а нарушает другой, да, например, кто приходит, обязан платить? Штраф, он, кто уже купил машину. Но по закону обязан платить тот, кто не с учета не снял. Ну, он должен был снять его, надо было переоформить, ну, на него. Ну, это же сейчас кто-то не своевременно снимает, никто не ставит на свину. Вот. А фактически, я же говорю, если он продал машину, он должен подтверждающие документы принести в соответствующий орган, полицию. Угу. И вот его штрафы снимут с него. А штраф сергекті каспиден фотофиксацияны шығару болады ғой, деді. Өзім шығарған суретімен. Я бы. А мен сізге айтайын, я пытался, я не смог. Не, мы снимем сейчас вас. Сделаем. Сіз қасында болсаңыз, значит, снимем. Да. Вот. Итак, әкімшілік айыппұл мерзімі бір жыл деген. Алайда үш жыл өтті, не істеуге болады деп. Деді. Әкімшілік қалай? Әкімшілікке айыппұл мерзімі бір жыл деген. Алайда үш жыл өтті. Өтті, не істеуге болады? Үш жыл өткенде олар базада тұр ма, или қалай төленген, мен түсінбедім сұрақты. Дұрыс қойылмаған сұрақ, да. Құрметті көрермен, дұрыс сұрақты дұрыс қойсаңыз. Онда мен түсіндіріп айтып өтейін. Иә, yeah, давайте. Егер де сіз штрафты төлесеңіз, yeah, ол бүгін төлесеңіз, сіздің штрафыңыз бір жыл бойы тұрады базада, жүйеде. Бір жылдан кейін автоматически өзі өшеді. Бұл штраф маған әсер ете ма? Ол не үшін қойылады бір жыл үшін? Потому что бір жылдың ішінде сіз тағы әкімшілік құқық бұзушылық мүмкінсіз. Именно осы статья бойынша. Егер де осы екінші мәрте осы әкімшілік именно осы статьямен налатын болсаңыз, бұл жерге үш штраф сізге екі есе көп төленеді. Сол үшін бір жыл болады. Ал бір жылдан кейін автомат өшіп кетеді. Бір жылдан кейін. Да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в магазине, возле дома в магазине продают из-под прилавка спиртное. Можно ли к вам обратиться? Да, обращайтесь. Да. Так, скажите, пожалуйста, недавно родственник второй раз, он первый раз его лишили прав, водительских, да, прав, за вождение в пьяном виде. Второй раз тоже поймали его за вождение в, да, пьяном виде. Что ему грозит? Второй раз. Уже он первый раз лишился прав. Я прошу прощения, да. Второй раз, по-моему, третий раз, по-моему, возбуждается уголовное дело. Второй раз. Второй раз, да. По-моему, тоже возбуждается по уголовному делу. Это я точно могу сказать. Ну, его могут лишить свободы? Да, может, конечно. Не а ты... может ли на рассмотрение суда, в смысле судьи, там, может ли он принять решение, что, вот, например, если у него характеристика, все, да, хорошо? Я не могу до судьи сказать. Сейчас. Не можете. Да, 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 судьи решаются. Ага, понятно. Итак, пока собираются вопросы, пока зрители нам пишут, давайте дальше. Дальше, вот я сказал, что вот основным приоритетом нашего комитета является это учет, регистрация вот этой информации о уголовных правонарушениях, которые занимаются сотрудниками правоохранительных органов. Они в данное время укрывают некие преступления. Так. Наша задача, наша основная задача вот, правовой статистики, эти учетные преступления ставить на учет. Мухтар Ашенович, я прошу прощения, у нас вопросы по телефону, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Салеметсис. Айта беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз, айта беріңіз. Мен сұрайын дегенім, жұмысқа жаңадан кіріп жатқан едім. Мхм. Оған мана коррупционный ставка келген отыр, сен қайдан алсақ боласың? Мен айтып өттім ғой. Иә. Бағана айтып өтті, но қайтадан айта берейін. Жаңа электрондық үкімет порталына кіріп, соның ішінде егіптің ішіне кіріп, соның ішінде өзі не бар, жаңағы коррупционный мәлімет деген бар, соған кірсеңіз электронды, соның ішінде толтырып жібересіз, сізге сол ответ келеді, жауап келеді. Давайте қайтадан көрсетейік көрермендерге. Уважаемые телезрители, мы сейчас выведем на экран еще раз сайт, называется он kamkor.gov.kz. Всю информацию, если хотите про получить справку от антикоррупционщиков, да? Да. Тоже туда. Осы сайтқа кірсеңіз, бүкіл документтерді көруге болады. Өзіңіздің и барлық мәліметті алуға мүмкін бар. Қамқор.кз
kamkor.gov.kz, вы можете зайти и всю информацию проверить. Сурак келген екен, орынға приписной мен жұмысқа тұруға болады ма, жоғарғы білім бар деді. Мен оны жұмысқа қабылдайтын орын шешеді оны, жұмысқа қабылдау болады ма. Приписной не ма, военный приписной ма, қандай приписной? Айтылмаған. Енді ол жұмысқа қабылдау, ол жұмысқа қабылдаушы орын шешім қабылдайды ол жұмысқа. Да. Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас говорили о том, что идут укрытия, да, укрытия уголовных. Да. А много у нас таких? Ну, за этот год мы выявили 28 фактов. Это много. Да. Ну, укрытия. Как укрытие автомобиля, как делают укрытие? Это военный приписной дедов. Военный приписной. Именно он кадрл, чуть-чуть чем сахал должен. Телефонный звонок. Салеметсис. Айта Бернс. Да, это верно, сәлеметсіз. К сожалению, сорвалось. Қайтадан звандасаңыз, құрметті көрермен, жалғастырайық. Укрытие у нас как осуществляется? Первое – это путем нерегистрации заявления, это первое. Второй путь – это принятие решения, незаконное принятие решения. Например? Например, человек написал заявление, там есть состав поступления. Они пишут, что состава нет, и списывают на номенклатуру. Вот это мы все изучаем, это называется, все номенклатуру поднимаем. Если есть состав поступления, все мы регистрируем у себя и отправляем в орган, правительственный орган. А тот, кто принял это решение, его наказывают? Да, конечно, наказывают. В отношении принимается меры бесконечно. А много наказано уже? Ну, сейчас точно не могу, мы вносим представление. А вот. Вы носите да, представление? Представление? Да, мы вносим представление, что незаконно. А скажите, пожалуйста, были какие-нибудь дела, которые пытались прикрыть, ну, такие не мелкие, такие... Значимо, в основном сейчас идет у нас кража, сотовые телефоны, кража. В основном идет такие кражи. Ну, и обещает, сотрудник полиции обещает им найти. Там, и да, пропали. Да, потом уже никак не занимается, потому что сотовые телефоны сейчас в основном идут такие. Угу, понятно. А скажите, пожалуйста, вот, вот эти укрытия дела, это они, получается, они просто не хотят искать? Нет, не хотят. Они создают благополучие для себя. Что у них показатели нормальные, понимаете? Понимаете, что у них преступление меньше в территории, понимаете, вот тюрьма скрывает. И не хотят, с одной стороны, тоже нагрузка идет, и не знаю, они... Вот сделать ситуацию, что у них все раскрываемость больше, стабильно, вот так, показатели хорошие, вот для этого они укрывают преступление. Основное это. Дальше. Так, вот. Так, если вы стали жертвой преступления, о чем сообщили управляющим органам, но они не приняли регистрацию, можете обратиться к нам. Мы это заявление мы берем и направим, как сказал, в соответствующие управляющие органы. Так. И, например, если можно как-то к вам позвонить или сразу лучше приходить? Ну, мы даже заявление. Можно, можно по хамходу написать нам заявление. Вот так, чтобы мы это примем и направим куда надо. За 10 месяцев работы, да, вот за этот год, скажите, пожалуйста, много обращений поступило и результаты какие? Сколько рассмотрели, сколько положительно решились? Ну, в основном нам пишут заявления. Те, которые наши полномочия, мы рассматриваем себя. А те, которые наши полномочия не ходят, мы перенаправим те органы, которые рассматривают. У нас есть, я прошу прощения, есть телефонный звонок. Салеметсис. Уберите, уберите, пожалуйста, громкость телевизора, чтобы мы могли поговорить с вами. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Так, штрафы приходят. Уберите штрафы. Громкость телевизора, пожалуйста. Штрафы приходят, сообщения, правильно? Так. На кассе приходят сообщения и... Так приходит сообщение, штраф платит, правильно? Так. Вопрос какой? А теперь вопрос. Почему на перекрестке стоят полицейские стоят на перекрестке? И? Полицейские. И останавливают машину, заставляют платить штраф. Может, они нарушили правила дорожного движения? Потому что конкретно не могут сказать, почему. Обоснованно. Да, может, они, у них работает ЦО, центр управления. Они смотрят все, везде камеры. И они получают сообщение, что такой транспорт нарушил движение. И они говорят, останавливают машину. Так просто не останавливают. Скорее всего, они нарушили правила дорожного движения. Я так думаю. Ага, у нас есть телефонный звонок. Салеметсіз, айта қойыңыз.
Да, говорите, слушаем. Ассаламу алейкум. Валейкум салам, айта беріңіз. Мы передачи, ана, сізге қалай жолға мақсы жөнін ештесе көрімай отырдың, а я адреса, жаңа, қайырды жұмысы, садикон, қайырге барым керек. А, все, все, құрметті көрермен, тағы да айта кетейік, біздің студиямызда Мусиров Мухтар Ашенович, қазақ тілінде, как ваша должность? Басқаны басқаны орынбасары. Ага, вот, Тыныбаева 40, адрес, сойға барсаңыз, сізді қабылдайды. Понедельник күні, рабочий күндерде барсаңыз болады. Сұрағыңыз бар ма тағы да? Кемей қалды ғой, басқа басқа бір өмес құрметті көрермен, біз бірнеше рет айттық, қайталауды да тағы да көре аласыздар. Итак, у нас есть еще вопросы. Спрашивают, а есть анонимность? Что анонимность? Анонимно можно к вам обращаться? Мы обращаемся. Если есть состав преступления, мы смотрим. Так, просят телефон, но мы, к сожалению, мы телефоны не раздаем. Так, вы говорите, что дежурный прокурор должен подойти на происшествие, но дежурный прокурор Каратаусского района, называют имя, отказался, сказал, что в его должность это не входит. Это было 12 июля 2022 года. 12 июля, ну, это Каратаусская прокуратура, да? Да. Ну, я сейчас по этому тему ничего не могу сказать, но почему он отказался? Ну, он должен выйти. Ну, должен, я не знаю, потому что если входит, не входит, я не могу сказать. Mm-hmm. Это по помощникам. У нас другая специфика, у них другие специфики работы. Понимаете? Mm-hmm. Так что. Понятно. Ну, в принципе, он может обратиться, а прийти он, придет, не придет, я не могу сказать точно. Я обязан прийти, не обязан, я не могу точно сказать сейчас. Mm-hmm. Спасибо. Итак, дальше что у нас было? На чем мы остановились? Так, я еще хочу здесь остановиться. На вот это тоже на Комхоре. Есть у нас... зардап шеккен болған жүл көлік оқулар үшін автокөлік тексерді. Если вы покупаете автотранспорт, можете зайти туда посмотреть. Так. По регистрационному номеру или по ВИН-коду, по кузу там. Был ли этот автомобиль в дорожном транспорте происшествии? Так. При покупке автомашины, понимаете? Там это можно все проверить, да? Да, проверить. Там идет, где был, когда был, какого ДТП было. Вот можно проверить при покупке автомашины. Это помогает. Так. Еще можно что просмотреть? Теперь вот есть... помните, вы говорили про то, как квартиру можно посмотреть? Криминогенез. Это у нас есть, как бы сказать, правовая статистика и есть географические карты. Так. Там есть у нас все данные, вот насчет имеется в виду государственное уголовное правонарушение, административные там, проверки, все. По этому уголовному правонарушению можно узнать, по этому зайти к карте, и если вам какую-то там можно область, район, какую территорию узнать. Если вы где-то квартиру покупаете, можно нажать кнопку, узнать в этом территории, сколько было совершено преступлений, какие виды преступлений. Тяжко, особо тяжко, вот посмотреть можно при покупке квартиры. Спасибо вам большое, Мухтар Ашенович. Давайте в завершении нашего эфира еще раз для удобства наших жителей, чтобы они были информированы, выведем на экран адрес сайта. Называется он kamkor.gov.kz. Вы видите его на экране своих телевизоров. Тағда айта кетейік, kamkor.gov.kz сайтына кіріп, барлық мәліметті ала аласыздар. Дұрыс қой, иә? Дұрыс, дұрыс. Да, уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, заходите на этот сайт, вводите данные, и вы получите всю информацию. Спасибо вам большое. Мухтар Ашенович, что пришли в завершение эфира, что бы хотели сказать нашим телезрителям? Құрметті көрермендер, біздің комитетпен өзі мемлекеттік госуслуга дейді ғой, төрт түрі жүргізіледі, яғни бұл соттылығы жоқ, соттылығы бар жоқ туралы анықтама, құқық бұзушылық туралы мәлімдеме және мұрағат туралы анықтама. Бұның бәрі не үшін істеліп жатыр? Бұл уақытты үнемдеу үшін істеліп жатыр. Сосын біздің қамқор көбізет сайтын пайдаланып отырып, сіз уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Сол үшін осы сайтқа кірсеңіздер, бүкіл өзіңізге керек мәліметтерді және өтініштерді жіберуге болады. Бұл уақытты үнемдеуге көмектеседі. Рахмет сізге. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир заканчивается. Впереди много всего интересного. Оставайтесь с нами. Ну а мы с вами встретимся уже встретимся с вами в понедельник. Хороших вам выходных.